Команда ArcelorMittal Темиртау выступила на чемпионате Европы по мини-футболу. По результатам турнира карагандинцы заняли 5-е место. В Словении завершился чемпионат Европы по мини-футболу, в рамках которого прошли матчи Лиги чемпионов среди ветеранов. Караганду представляла команда ArcelorMittal Темиртау. Игроки впервые принимали участие в турнире такого масштаба. В четвертьфинале они уступили победителям турнира российской команде «Москвич». Кубок самого результативного игрока Лиги чемпионов Европы получил нападающий ArcelorMittal Темиртау Сергей Бодаш. Он забил 10 голов. Хочу сказать своей команде спасибо, что я себя так проявил. Без них я себя бы так не проявил. Ну, могу сказать, что о других командах, там команды для нас были хорошим уроком. Ну, думаю, что для нас мы еще себя проявим. На чемпионате Казахстана мы проявили себя и поехали на Лигу Европы. Ну, думаю, это не последняя поездка наша будет. Спасибо. В плей-офф карагандинцы вышли после матчей с румынами, венграми и словенцами. Самую крупную победу наши футболисты одержали над словенской сборной 17-1. В четвертьфинале ArcelorMittal Темиртау уступил российской команде «Москвич» с минимальным счетом 0-1. Тем не менее, благодаря хорошей статистике, наша команда сумела занять 5-ю строчку турнирной таблицы. Когда они играли с Москвой, городом, вот, сыграли 1-0, проиграли. Но там играли игроки, которые играли в сборной Советского Союза. Ну, по возрасту они уже подошли. Вот, я считаю, это большое достижение. На чемпионат Европы спортсмены отправились в буквальном смысле со своих рабочих мест, сразу после смен на шахтах. Также в составе команды ArcelorMittal Темиртау выступают бывшие сотрудники компании, отработавшие на предприятиях угольного департамента более 10 лет. Светлана Фарина, Александр Кирьянов, Николай Швелев, 5-й канал.